Продолжаем знакомиться с участниками конференции по тему ритейла в Алма-Ате. Сергей Кузнецов, Союз независимых сетей России. Сергей, вы будете выступать с приветственной речью, и о чем она будет? Ну, речь будет о развитии, потому что ведь времена, как всегда, да, то есть мы всегда собираемся, говорим, что конкуренция нарастает, да, то есть она всегда будет нарастать. Это вечная тема, да, то есть и каким образом развиваться в условиях ужесточения, да, то есть усиления конкуренции, это очень важный, насущный вопрос для всех региональных сетей. Он актуален не только для сетей России, да, то есть, но также для Казахстана, Беларуси, он также будет актуален очень. Можете обозначить примерно три главные проблемы ритейла в наше время? Ну, наверное, сейчас один из, по крайней мере, да, я могу говорить о рынке России в первую очередь, да, потому что членами нашей организации являются именно региональные розничные сети, российские, да, на сегодняшний день. Конечно, мы все находимся в условиях, когда доходы населения ограничивают рост, да, и это является одним из главных, может быть, на сегодняшний день таким фактором усиления конкуренции. И как жить в условиях нерастущего спроса, меняющегося поведения покупателей, наверное, это вот та самая, как адаптироваться и быстро адаптироваться к меняющейся обстановке, наверное, это вот главная тема, которую надо обсуждать. И чего ожидаете от конференции данной? Эти конференции, да, они можно рассматривать как обмен практиками, да, то есть что делают региональные розничные сети, что у них получается, что не получается, почему не получается. Это такой глубокий анализ и обмен практиками, опытом между собственниками и топ-менеджерами регионального ритейла. Это крайне важная площадка, и вообще вот такие встречи, они крайне важны, потому что обогащают всех.